лыжню малышам. Сегодня прошли соревнования для самых маленьких жителей города. Лыжи встали мальчишки и девчонки из детских садов. Всего 17 команд, по 6 человек в каждой. Соревнования проходили в виде эстафеты, где каждому ребенку нужно было преодолеть 100 метров. В итоге первое место завоевали воспитанники Росинки. Стал первый раз на лыжи, но так люблю на лыжах кататься. Но тяжело, конечно, было. Я до финиша зашел, потом упал, а так не падал. Я очень люблю заниматься лыжами и буду заниматься дальше. Занятия у нас проходят в хорошую погоду, всегда на улице мы занимаемся лыжной подготовкой. На базе нашего детского сада есть лыжня, которую мы готовим вместе со своими детьми. И когда тепло, мы всегда на улице на лыжах. А в хорошую погоду, если еще и выходной, то приходим вместе с родителями, со своими воспитанниками на лыжную базу.